Порядка 255 миллионов рублей в этом году мы должны освоить. Из них 70 тротуаров, 7 дворовых территорий, 13 дорог и порядка 3 объектов – это въезды во двора. Мы сегодня проезжаем именно по тем участкам, где у нас уже согласно сроков работы должны быть завершены. Первый договор с ПИКом, у него задержки нет, он даже идет с опережением, по-моему, 2 месяца. Да. По Оптиме есть задержка, вот мы сегодня проезжаем. И по термострою тоже есть задержка. По каждому объекту порядка 4 объектов задержка. Вот следующий адрес мы будем проезжать проспект Героев, Степная до Саршосе. Там работа тоже как бы начата. Но здесь я уже вижу как бы окончательный результат, занимается укладкой. Там пока занимается установкой бордюра и укладки щебня. На тротуарах выдано 120 миллионов рублей, и поэтому, если не выполним, то, конечно, это будет не есть хорошо. И надо ввести всю информацию правильно. У нас, который есть, не успеваем график квадратов 700-800, а сделано на 3-4 тысячи больше квадратных метров бульвар Роз, который, ну, у нас не в том графике. Но по факту мы больше квадратов вложили, мы чем даже в мае месяце вкладывались. Надо посмотреть все объекты, которые мы ввели и сделали столько много работы. За счет еще города столько дерев выпили. У нас техника работала, помогал городу. И много вот бетонный бой, нету решения от администрации, куда нам вывести. У нас по тротуару, вот проспект Героев получается, до сих пор нет ответа. Мы хотели для жильцов сделать, чтобы по луже не ходили, поднимать уровень сантиметр на 20. До сих пор не было понимания. От вас никакое решение. Мы остановили нас работать. Также сейчас по тому улице уже 2 недели приостановил нам УБДХ работу. Есть писан, на какое основание, как нам без. До сих пор никто не отвечает. А получается, что организация в сроках не вкладывается. Как нам это понимать? Скажите, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, тогда по фактически объекту ездим, сколько мы квадратных метров асфальтировали. По нашему в мае месяце сколько квадратных метров должен был асфальтирован. И сколько по факту субподрядной организации многопрофильных строительств выполнено столько квадратных метров асфальтировано. Давайте по факту проедем и будем обсуждать работы, все ситуации по факту. Я думаю, много информации было неправильно предоставлено. Вот мы работаем. Сколько время займет? Скажи перед телевидением, сколько займет времени ваш ремонт? Завтра будет окончен бордюрный камень. И до конца недели будет... Уважаемые корреспонденты, завтра после обеда, 5 часов, я приглашаю сюда вас на место. Да. Если не трудно, приезжайте. Хорошо. Я вам закажу машину, всех вас приглашу. В вечернее время, часик 5, на этом месте мы встречаемся. И посмотрим, будет ли сделано вот этот участок или не будет.